Всем привет! Я решила записать короткое видео, что можно получить в сундучке в новом квесте, где можно получить рыбки. Вот смотрите, я прошла два квеста средней сложности, и там теперь сундук. Я не знаю, сколько там рыбок, и мы хотим посмотреть, сколько же нам их дадут. Чтобы сыграть в третью игру, нужно заплатить 15 энергии. Смотрите, здесь есть условия. Должно участвовать 3 синих дракона. То есть я должна убрать всех остальных драконов, оставить, допустим, 2 самых сильных, которых я хочу. Так, против синих нам надо зеленого вообще-то оставлять. Ладно, слабоватый он. И давайте синих тогда, 3 синих нам нужно. Вот берем 3 самых сильных синих, которые у нас есть. Вот. Может быть, лучше фурию взять. Сейчас подумаем. Может, даже фурию лучше взять. Вот теперь у нас получилась зеленая галочка. Это означает, что условие выполнено. И нам обещают дать рыб. Посмотрим, сколько. Ну, надеемся, что выиграем. Не знаешь, за что сражаемся, но посмотрим. Так, желтого мы не взяли. И тут тебе, пожалуйста, куча желтых. Так, у нас что, синий и фиолетовый? Надо синих как можно быстрее попытаться сделать. Вот как они. Ни синих, ни фиолетовых особо нет. Ничего, ничего, будем сражаться. Ой, наконец-таки. Вот, фурия решила выстрелить. Ну, давай попробую вот так сохранить на следующий. Отлично. Красный есть. О, красный, как классно убирает. Ага. Мы защищаемся. Да, хорошо, что я фурию взяла. Потому что она очень здорово стреляет по драконам. Так, так, так. И остался у нас последний дракончик. Ну, я думаю, что проблем сейчас не будет. Итак. Ну, посмотрим, сколько же нам дадут теперь рыб. У нас был первый уровень 6 тысяч, второй 9 тысяч рыб. Сколько же в этом сундуке? 63 596. Ну, ничего себе, послушайте, никогда бы не подумала. Если бы я бы знала, что столько мне рыб дадут, я бы их истратила бы. А так мне теперь только дадут... Ай-яй-яй, только 20 тысяч вместо 63. Слушайте, ну я буду знать, 63 тысячи, ничего себе. Вот такие квесты классные. Играйте и выигрывайте. Пока-пока.